Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Про цветок». Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Сегодня я вам расскажу, как вырастить гигантские тыквы без какого-либо ухода. На видео вы видите вот такой огромный плод тыквы. Это сорт «Титан». Плоды ее могут вырастать до 500 килограмм. Вот. Я обычно выращиваю не такие большие плоды, по 50, по 80 килограмм. Этого достаточно. Как я это делаю? Для начала нужно подготовить грядку. Из чего она состоит? По сути, это компостная куча. Все лето мы в нее складываем любые растительные отходы. Ботву, траву, траву от прополки. Все, что есть под руками. И мы формируем вот такую компостную кучу. С наступлением весны, устойчивой и теплой погоды, это примерно конец апреля, начало мая, мы готовим нашу грядку. Берем обычные вилы либо лопату и немножко разбрасываем ее по сторонам, как бы формируя небольшое плато. Вот. По сути, это получается приподнятая грядка. Грядка, хорошо заправленная органическими удобрениями. Вот. Но сразу высев семян мы не проводим. Земля должна очень хорошо прогреться. Тыква – теплолюбивое растение. Если провести высев в холодную почву, семена могут попросту сгнить. Посев я провожу примерно в начале, в середине мая. Иногда при неблагоприятных погодных условиях, холодной весне, это даже конец мая. Как я высаживаю семена? Лучше всего высаживать семена пророщенные. Для этого заворачиваем наши семена в какую-либо тряпочку, либо марлю и ложим в теплое место на несколько дней. Через несколько дней, когда наклюнутся корешки, мы их высаживаем на постоянное место. После появления всходов все-таки нужна одна прополка нашей тыкве, чтобы растения окрепли и набрали рост. Когда уже растения сформировались, начали активно расти, трава им не страшна. Больше никаких прополок я не делаю. Вот. Поливы также не провожу, так как у тыквы мощная корневая система, и у данного сорта корни могут достигать 3 метров в глубину. Поэтому в поливе она не нуждается. В подкормках также тыква не нуждается, потому что посажена на хорошо заправленной грядке, заправлена органическими удобрениями, и поэтому она растет вот без проблем. По правилам тыкву нужно посынковать, но я данную процедуру не провожу, потому что сорт, который выращиваю, и так крупноплодный. Если посынковать, вырастают огромные плоды, их попросту не сдвинуть с места. Таким же способом я выращиваю и другие овощи, например, кабачки. Они также хорошо растут, как и тыквы, также не нуждаются в прополках и поливах. И каждый год я с богатым урожаем. Вот, если хотите применить данный способ посадки, то спокойно применяйте, и вы всегда будете с урожаем. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Хороших урожаев и до новых встреч!